искупил мир от греха. Ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава веках и народа. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, слава веках и народа. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Больше не во власти зла и не служу чужим богам. Твой свет дорогу указал и дал надежду. Престолу славы прихожу и не стыжусь поднять глаза. Иисус меня от смерти спас и дал свободу. Слава тебе и величие, слава веках и народа. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, слава веках и народа. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем с вами рассуждение над первой книгой Библии, книгой Бытие, и смотрим на нее, как и на весь Ветхий Завет, через снятое Господом нашим покрывало с наших глаз, для того, чтобы мы могли увидеть не просто истории прошлого, а для того, чтобы через эти истории прошлого мы могли осмыслить, каким образом описанные события оказывают влияние на нас в настоящее время, и каким образом они проявят себя в будущем, когда исполнятся те обетования, которые Бог дал не только израильскому народу, но и побеждающей церкви. Наша цель, рассмотрев ветхозаветные истории, увидеть в них суть Евангелия, которая провозглашает нашего Господа Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Мы с вами остановились на моменте, когда между пастухами Авраама и пастухами Лота был спор. И когда Авраам попытался решить этот вопрос посредством того, чтобы они разошлись в разные стороны, мы уже видим в 14 главе, каким последствиям это привело. 14 глава описывает войну, которая происходила в долине Сидим, когда цари воевали против Содома и Гоморры, когда разграбили все имущество и взяли в плен людей, вместе с ними был взят в плен Лот, племянник Авраама. И когда Авраам об этом узнал, он вооружил людей и пошел выручать своего племянника, и он возвратил назад имущество женщин, племянника своего Лота. И когда он возвращался после поражения царей, после своей победы, навстречу ему вышли царь Содомский и Мелхиседек. Царь Содомский, он попросил Авраама, чтобы тот отдал ему людей, а имение оставил себе. На что, собственно говоря, Авраам ответил. Это книга Бытие, 14 глава, 22 по 24 стих. Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые были вместе с Авраамом, которые ходили вместе с ним отвоевывать имущество и отвоевывать людей, и отвоевывать родственника Авраама Лота».
Здесь мы видим, что Авраам всю славу направил Богу Всевышнему. Что это заслуга Господа, а не заслуга царя, который мог бы прославиться тем, что обогатил Авраама. Дело в том, что Аврааму Бог обещал все благословения, обещал ему полностью защиту, полностью поддержку и обещал ему то, что всякий, кто попытается Авраама злословить, тот будет проклят. И тот, кто Авраама благословит, того Бог будет благословлять. Об этом мы можем прочитать в 12 главе, когда только-только Бог явился Аврааму, и когда он побудил его идти в ту страну, которую Авраам не знал, чтобы он оставил то место, где он находился, дом родства своего. И мы видим, что Бог тогда использовал еще и его отца. Мы читаем в 11 главе, что отец фара Авраама взял его, и они вышли из этой земли. У Авраама мы можем много чего прочитать в его истории. Есть моменты сомнения и есть моменты, когда Авраам проявлял свою веру и упование на Бога. В данном случае в диалоге с царем Содомским мы видим положительный пример Авраама, пример его веры и пример того, что вся слава событий, которые произошли, принадлежит Богу, который обещал Авраама хранить. Также навстречу Авраама выходит Мелхиседек, царь Салимский. Это Бытие, 14 глава, с 18 по 20 стих. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Собственно говоря, та слава, которую воздал Авраам именно Богу Всевышнему, когда у него был диалог с царем Содомским, это то, что слава принадлежит Богу, эту мысль также подтверждает Мелхиседек. В этой истории, которая для нас имеет самое важное, самое главное значение, мы можем найти три прообраза, которые касаются на сегодняшний день нас. Первый прообраз – это Мелхиседек. Мелхиседек – это прообраз лично самого Иисуса Христа. Второй прообраз – это прообраз Царства Божьего. Здесь упоминается то, что Мелхиседек был царем Салима. Салим – это означает мир, а царство мира принадлежит одному царю, нашему Господу Иисусу Христу, который есть царь царей и Господь господствующих. И третий прообраз – это то, что Мелхиседек навстречу с Авраамом, который отделил ему десятину, выносит хлеб и вино. Это прообраз вечери Господней. В послании к евреям в 5 главе с 5 стиха мы читаем: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Обратите внимание, что когда наш Господь Иисус Христос сделался виновником спасения вечного, совершил то искупление, ради чего он пришел, страданиями навык послушанию, то он был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. «Во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес моление именно тому, чье имя Иисус Христос прославил». Он прославил имя Отца Небесного. Тот, который мог на момент страданий Господа Иисуса Христа спасти его от смерти, однако он не вмешивался. Тем не менее, он был услышан им за благоволение, потому что
Как мы читаем в этом же послании, сказано, что Иисус Христос не с кровью тельцов и козлов вошел во святилище, но вошел в самое небо, как первосвященник, за наши грехи, который совершил вечное спасение, вечное искупление и сделался священником от Бога, первосвященником по чину Мелхиседека. Второй момент – это прообраз, это само Царство Божие. Когда мы говорим о Царстве Божьем, то у нас создается впечатление, будто о Царстве Божьем впервые говорится в Евангелиях. Когда мы открываем, будь то Евангелие от Матфея, Марка, Луки, там где упоминается мысль, что приблизилось Царство Божие. На самом же деле, впервые о Царстве Божьем упоминается в 14 главе книги Бытие прообразно, где упоминается Мелхиседек, который был царем Салима, царем мира. И это царство принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. Если мы с вами вспомним момент, когда фарисеи задавали вопрос Господу Иисусу Христу, это Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих, когда придет Царство Божие, то Иисус Христос отвечал им, что Царство Божие не придет приметным образом и не скажет, вот оно здесь или оно вот там, вот Царство Божие внутри вас есть. Здесь Иисус Христос имел в виду, что фарисеи, они ожидали какой-то видимый момент прихода Царства Божьего, когда осуществится освобождение от римской оккупации. Но не заметили самого главного, что Царство Божие уже их достигло, что они уже разговаривали с царем. Иисус Христос – царь царей и Господь господствующих. Хотя он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, это не умаляет того факта, что он был царем. Именно когда Христос въезжал на осле, ему воздавали славу и говорили «Осанна, царь иудейский», что и было прообразом второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Так вот, бессмысленно было говорить о тысячелетнем царстве Иисусу Христу фарисеям, бессмысленно было говорить им о своем втором пришествии, потому что они в первом пришествии не разглядели самое главное, что Царство Божие не внутри ихнего сердца было, а среди них. То есть слова Иисуса Христа, вот Царство Божие внутри вас есть, подразумевало, вот я среди вас, Он уже пришел, Господь уже пришел. А вот когда мы уже говорим, что Царство Божие на сегодняшний день внутри нас есть, рожденных свыше, потому что Господь уже сегодня в Новом Завете, после того, когда совершилось то спасение, которое Бог совершил через нашего Господа Иисуса Христа на Голгофе, когда Христос был предан смерти, когда Он воскрес из мертвых, вознесся, воссел одесную и послал Духа Святого, то на сегодняшний день Бог живет в наших телах. И наши тела есть храм Духа Святого, храм Бога, который живет в нас. И в нашем сердце, в нас есть Царство Божие. И та молитва, которой мы могли молиться, да, или молимся сейчас, кто-то молился раньше, молитва «Отче наш», которую Господь давал, в которой есть фраза «Да приди царствие твое», оно уже пришло в нашу жизнь, оно уже у нас, оно уже установлено и узаконено было тогда, когда совершилось распятие, когда завещание вступило в силу. Однако само тысячелетнее царство, в котором исполнятся все обещания, которые Бог дал и израильскому народу, и побеждающей церкви, оно еще осуществится в будущем. То царство, о котором спрашивали ученики Господа Иисуса Христа на момент Его вознесения. Послание к римлянам, 14 глава, 17-18 стих. «Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе». И это Царство Божие, оно может быть внутри нас. Если мы этим служим Христу, то мы угодны Богу и достойны одобрения от людей. А Царство Божие, которое мы ожидаем, которое последует после второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа, о котором спрашивали ученики, это книга «Деяния апостолов», 1 глава, 6-7 стих, «Посему они, сойдясь, спрашивали, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он сказал, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Оно придет в будущем».
И на это указывает третий прообраз в истории между в истории, которая провозгласила встречу между Авраамом и Мелхиседеком. Я напомню, три момента. Первый момент – Мелхиседек – прообраз Христа. Царство Мелхиседека – это прообраз Царства Божьего. И третий момент – то, что Мелхиседек вынес навстречу хлеб и вино – это прообраз Вечери Господней, которая указывает на царство, которое произойдет в будущем. Первое послание Коринфянам, 11 глава, стих 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Тот хлеб, который вынес Мелхиседек навстречу с Авраамом, и то вино является прообразом нашей вечери Господней, которая указывает на второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа, который придет сперва с небес за церковью, за Своею, а затем уже спустя 3,5 года вместе с церковью придет для того, чтобы установить Царство Божие на земле, в котором исполнятся все те обетования, данные израильскому народу и также данные побеждающей церкви, которая вместе с Господом Иисусом Христом разделит Царство Божие, вместе с Ним будет царствовать. На сегодняшний день, когда мы участвуем в Вечере Господней, мы вновь и вновь возвещаем ту истину, какую ценою мы искуплены. Мы возвещаем ту тайну, которая открывает нам имя Господа Иисуса Христа, который соделался первосвященником по чину Мелхиседеком, и мы призваны это делать достойным образом. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 27 по 29 стих. Апостол Павел говорит: «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И он дальше называет два условия, которые являются показателем нашего достойного участия. Первое условие, 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Нужно испытывать свою жизнь, анализировать, верим ли мы, имеем ли мы правильное отношение с нашим Господом, и таким образом есть от хлеба сего и пить из чаши сей достойным образом. Потому что недостойно есть тот, кто не рассуждает о теле Господнем, как об этом говорится в 29 стихе. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И для того, чтобы не быть судимым с миром, те, кто на сегодняшний день участвует в Вечере Господней недостойно, Господь осуждает этих людей при жизни, так что они испытывают немощь, болезнь и смерть. Но для того, чтобы участвовать достойно, мы призваны, во-первых, рассуждать о смысле искупления, смысле спасения нашего Господа Иисуса Христа, рассуждать о крови Господа, о том, что Он есть глава тела, что мы члены тела, от плоти Его и от костей Его. Он есть глава, Он тот, который сделал нас родными Своей кровью, что мы члены тела, мы рассуждаем таким образом о теле Господнем, и мы испытываем самих себя, насколько мы правильно поступаем по воле Божией или нет. И если же мы поступаем не по воле Божией, мы призваны судить себя. Да благословит нас Господь и поможет нам видеть вот эти вот прообразы в истории Ветхого Завета, встречи, которая произошла между Авраамом и Мелхиседеком, три прообраза. Первый прообраз – прообраз Христа, который стал первосвященником по чину Мелхиседека, прообраз Царства Божия, которое есть внутри нас, мир, радость, праведность во Святом Духе, и прообраз будущего Царства, тысячелетнее Царство, которое будет на земле, когда Господь будет царствовать вместе с Церковью, и впоследствии, уже когда закончится 1000 лет, когда уже будет последнее испытание для людей, над которыми будут царствовать, уже будет новое небо и новая земля, где будет вечность. Слава нашему Господу! Аминь! Будем молиться!